О ленинском призыве рабочих в Рабочую партию России. Обращение Оргбюро ЦК Рабочей партии России. Товарищи рабочие, 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Основатели Рабочей партии, организовавшие победоносную борьбу рабочего класса России за освобождение от капиталистической эксплуатации, за установление советской власти как организационной формы диктатуры пролетариата, за улучшение условий труда, сокращение рабочего дня и повышение заработной платы рабочих. Даже нынешнее буржуазное государство не могло не отметить по-своему эту дату, поручив к ней голосование по поправкам в буржуазную конституцию. Общественное объединение «Рабочая партия России» ставит своей целью организацию борьбы рабочего класса за многократное повышение заработной платы рабочих, за сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы, за утверждение на основе советской власти и принятие советской конституции. В нашей партии решения всех ее руководящих органов считаются принятыми, если рабочие составляют большинство голосовавших. Лучшей памятью товарищу Ленину станут успехи современного рабочего движения. Мы обращаемся к рабочим. Товарищи, вступайте в Рабочую партию России. Укрепив свою партию, рабочий класс добьется своего освобождения.